Тверской гимназии номер 44 4 апреля впервые стартовал региональный этап чемпионата профмастерства «Профессионалы». В нем участвуют студенты колледжа, а также школьники. Здесь свои навыки демонстрировали ученики старших классов. А с конкурсантами пообщалась наш корреспондент Наталья Чекет. Разработать туристический маршрут и грамотно рассказать о достопримечательностях, а также организовать экскурсионное обслуживание. Все это должны сделать участники в компетенции туризм и администрирование отеля. Соревнования проходили в возрастной категории юниоры. Это ребята с 14 до 16 лет. Конкурсанты работали в условиях, приближенных к настоящей работе. Здравствуйте, администратор Юлия, чем я могу вам помочь? Здравствуйте. На примере площадки администрирования отеля мы можем рассказать, что ребята решают такие задачи, как бронирование отеля, заезд и выезд гостей, решение каких-то экстраординарных ситуаций, которые могут возникать на рабочем месте. Одно из заданий конкурса – составить туристический маршрут для иностранных гостей по городам участникам Отечественной войны 1812 года. На выполнение заданий у ребят было 2 часа 40 минут. Я считаю, что зарубежным гостям интересно познакомиться с русской культурой, с нашей историей. Сама история очень важна для всей страны, для других областей. И очень важно, чтобы все знали, что происходило у нас. Чемпионат – место первых профессиональных проб юниоров-школьников. Ребята отметили, что соревнование стало для них новым опытом. Интересно разрабатывать маршруты как по территории России, так и зарубежные. Интересно узнавать о своей стране и зарубежных странах что-то новое. У меня никогда не было опыта организации туристического тура. А я очень люблю путешествовать. Я подумал, мне кажется, это будет очень полезным для меня. Для ребят эти соревнования – возможность осознанно выбрать профессию, определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда. Работу участников оценивали компетентные члены жюри. Оценки выставляются и с точки зрения профессиональных компетенций, насколько они владеют ими, и с точки зрения владения иностранными языками именно в этой сфере деятельности. Участие в чемпионате приняли школьники гимназии номер 44 и номер 8, школ номер 46 и 49, а также Бурашевской средней школы. К слову, впервые в Твери площадка чемпионата стала общеобразовательное учреждение. В городе Твери мы единственное образовательное учреждение, которое стало площадкой регионального фестиваля. Мы уже участвовали ранее в такого формата конкурсах и вот решили стать региональной площадкой. Надеюсь, что нашему примеру последуют другие учебные заведения. И таким образом профессиональное самоопределение учащихся начнется с ранней стадии. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, состязания позволяют участникам в полной мере раскрыть свой потенциал, продемонстрировать знания и навыки, а также сделать первые шаги в профессии. Победители отправятся представлять Тверскую область на всероссийском этапе чемпионата.